Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. ТЕТ – метод тілесної терапії, який був розроблений відносно недавно, але вже здобув великої популярності як в Україні, так і в усьому світі. І сьогодні ми маємо можливість познайомитись з його авторкою. Це Віра Кобець, сексологиня, психологиня, тілесна терапевтка, дипломована медична спеціалістка, експертка з інтимних стосунків, авторка методик «Інтимфіт», фітнес, ТЕТ, тілесно-енергетична терапія, жіночі енергетичні практики і курсів з інтимних практиків також. Тож, пані Віро, це добре, що ми маємо таку можливість сьогодні з вами познайомитись і взагалі дізнатись про такий метод. Що ж він собою являє і наскільки цікавим він виявився для нашого суспільства, для жінок і для чоловіків також. Мені дуже приємно бути у вас в гостях. Это во-первых, и мне безумно приятно, что действительно, как вы озвучите, за короткий промежуток времени моя методика заполонила многие города, выехала уже за территорию Украины. У меня есть ученицы, которые ведут данную методику. Она необычна. Никто не может понять суть ее, как она за короткий промежуток времени может сделать, перевернуть многое для девушек, для женщин. Но она также проводится для мужчин. То есть такой мягкий метод воздействия через тактильность на клиентку, которая не понимает, что происходит, у нее закрыты глаза, она находится в положении лежа, она ничего не делает для этого, но после данного воздействия, уходя, у нее происходят очень интересные вещи, которые прорабатывают все сферы, от и до. Тобто це така зміна якоїсь свідомості, так, реальності, яка, можливо, допомагає людині поглянути на себе з іншого боку, подивитись, що було не так у житті, можливо, щось змінити, чи вона просто цього не відчуває, але зміни йдуть самі по собі. Ви знаєте, настільки вона заполонила от масштаб, що люди обращаються вже о том, що я слышна, говорят, вас говорят, о ваших роботах говорят, говорят, говорят. Ніхто нічого не понимает, но не может понять, знаете, как расшифровать, что там происходит, за счет чего она работает. То есть метод он прорабатывает страхи, запреты, стеснения, неуверенности, навязанное, вот много то, что идет с детства по сегодняшнему, меняет видение, снимает блоки. То есть от и до, от любой сферы, от нашей женственности, сексуальности до желаемых, что мы хотим привести в жизни. Віра, так, справді нас довгий час тримали в якихось рамках. І як чоловіки, так і жінки боялись навіть відверто говорити про якісь інтимні речі, боялись думати навіть щось так, вважалося дещо взагалі забороненим, так. І суспільство українське, от суспільство, воно нібито пережило вже багато етапів, коли ми побачили, зрозуміли, що та як. І от зараз, що зараз відбувається, на ваш погляд? Чи готові жінки та чоловіки сприймати те, що ви їм можете дати? Да. Ну, на удивление, безусловно, остается скрытость, застенчивость, неуверенность. И, знаете, такое небольшое неприятие, ну, у меня же все в порядке. А, ось як, так. Тобто немає такої адекватної реальності, так? Безусловно, огромний процент дівчат, жінок, вони готові розвиватися. Сьогодні 1 сентября, в общем, всіх поздравляю. Всіх вітаємо. День знаний, день, і нужно учиться, всегда нужно учиться. И вот это толкает. Вообще очень много девушек, женщин толкает ко мне, к обратиться, чтобы ко мне за моей всей работой. Это когда начинаются проблемы. Потому что до того момента, пока есть ресурс молодости, пока все молоды, все черпают то, что есть, после наступает момент, у меня все хорошо, я вышла замуж и тому прочее, а потом начинаются какие-то моменты, и это их толкает ко мне. Потому что малый процент девушек, которые приходят, дабы развиваться. К большому сожалению, он очень мал. Все остальное, это нужно над этим работать. Когда они приходят уже, как звучит вы, у меня последний шанс. Нічого собі. Тобто люди зрозуміють, що саме з цією сферою вони можуть працювати і втримати, можливо, чоловіка, стосунки, так? Так, звісно, да. І діло в тому, що ТЕТ не тільки, як би, допустим, як клієнтка, дівчинка, жінка, неважно, якого віку, вона приходить. Я иногда даже не спрашиваю, как их зовут. То есть я пишу себе клиентов так, как они себя позиционируют, то есть как их обозначить или с каких-то соцсетей. Я не спрашиваю. Я ничего не спрашиваю, не спрашиваю проблему прихода ко мне. Они приходят, у них есть на это час, действие идет час, свет выключен, более такая приглушенная обстановка, чтобы не было фокуса на свет. Они ложатся, для них есть одна задача –
действие придет лежа, вы будете закрывать глазки, будут определенные эти действия по отношению к вам, прикосновения, а после мы с вами поговорим. Вот после начинаются очень интересные вещи. С ними за короткий промежуток времени, приблизительно плюс-минус час, они испытывают то, что вы уже давно не испытывали. Ничего от себе. Расслабления до чувства спокойствия, гармонии, уверенности, энергии. Они, многие звучат, говорят, такое впечатление, что у вас минимум 4-6 рук. Все пытаются разгадать, кто зашел еще в зал. Вот. И самое интересное, что поднимаются очень многие процессы. Но это только начало, потому что после того, как они открывают глаза, я сажусь напротив них, как сейчас перед вами, закрыв глаза, несмотря на реакцию клиентки, рассказываю все о них. Вот с этого начинается самое интересное. Тобто ви так можете відчути енергетично людину, так? Да. Відчути її на усіх рівнях, що можете потім розповісти. Цей метод дійсно отримав популярність, і от більше 30 учнів ви вже маєте, дипломованих фахівців. Тобто це не просто метод, який десь хтось записав, а ви отримали сертифікацію. І справді диплом, тобто ви розробили повністю усю теорію від початку. І аж до завершення, так? Тобто в Україні це сприйняли. Чи важко було вам доводити, ось що цей метод працює, що він має право на саме на таку діяльність, і щоб не було зайвих запитань? Ні, у мене не було проблем. У мене не було проблем, тому що, ну, во-первых, методики. Вона одна з останніх моїх, яка розроблена, у них немає аналогів. Об этом говорят все без исключения. Потому что кто-то видит людей через, ну, давайте будем честными, кто-то владеет инстансоцорикой, да, свить, кто-то вот раскладывает на картах. Я вижу людей даже без прикосновений. Так прошел мой опыт, и я этому обучаю тех девочек, которые хотят вести мою методику. То есть это не просто какой-то метод, который нужно правильно разложить клиентку, что-то о ней рассказать. Нет. Никто не знает, сколько ей лет, никто не знает о ее жизни. Даже если это более известные люди, а таких очень много, медийные личности, известные блогеры из других даже стран приезжаешь, дабы побыть на этой работе, неважно, кто ты. Когда вы заходите и ложитесь, все начинается. То есть рассказываю я, и также мои ученицы рассказывают о том клиентке, который находится от и до, о всей жизни. А як ви так можете передати це? Треба бути готовою до того, щоб цю інформацію сприймати, щоб потім розкласти так само, як ви це? Чи можна цьому навчитись? Це якийсь дар? Да, мені задають вопрос, можна ли у вас, допустим, обучитися не як клієнта, а прийти обучитися, владіти даною методикою? Да. Да, то есть клиентам очень сложно понять, они сначала не понимают, что происходит, потом хотят узнать, за счет чего это происходит, потом они не понимают, как это может вообще происходить, как за короткий промежуток времени, за минуты, за час, за дни может произойти то, что многие люди тратят годы на это. И да, я передаю. У меня даже клиентки, мы когда делаем прямой эфир после, с девочками, которые обучаются, они сами говорят, я до сих пор не понимаю, как вы знания передали. Такое впечатление, что вы подключили проводочек, мы соединились, и вот весь навык, он перешел. Про якісь дива ви говорите, насправді, якщо вже так все завуальовано, і це треба тільки спробувати, як ви кажете, тобто пройти цей шлях, пройти ту терапію енергетичну разом з вами, і, можливо, щось стане зрозумілішим. Але, як говорять більшість людей, які пройшли це, все одно нічого не зрозуміло, але результат є. Так? Да. Тобто результат є, результат, який змінює людей. Чи вам доводилося чути, що краще би я не змінювався? Чи доводилось це чути? Нет, я слышала, очень жалко, что я к вам раньше не пришла. Угу. За мной наблюдает огромное количество людей в соцсетях, огромное количество не подписаны, но озвучивает то, что все наблюдают. И озвучивает момент, который наблюдали за мной, я слышала о себе 5 лет. Я за вами наблюдала 5 лет. Отзывы, они усыпаны в соцсетях. Это то, что мне пишут. Это то, что только мне пишут. То, что я знаю, как бы я что озвучивают, это тоже очень интересно. Нет, для клиентов, безусловно, это и секрет. Зачем знать, за счет чего это происходит, если сыпятся просто результаты? От и до, от состояния, изменения настроения, решаются вопросы по здоровью, решаются вопросы с... Многие девушки хотят быть женственнее, сексуальнее, любимее. У них происходят такие вещи, они реализовываются, а у них меняется состояние, она приходит домой к своему супругу, и он говорит, я не знаю, куда ты ходишь.
Ось як. Віра, а ви завжди були такою? Ну, ви все життя відчували цей потенціал? Чи якийсь настав період, поштовх, і ви стали тою Вірою Кобиць, яка є зараз? Ви знаєте, це все почалося ще 18 років тому назад, як мінімум, але це все почалося ще намного позже. Тобто, якщо взагалі вспомнить, то коли я ще училась в медицинському, то був у нас преподаватель по педіатрії, і він тоді, ну, достатньо був пожилим чоловіком в то время. Вот у семьи сейчас 43, то это было очень-очень давно. И он озвучил, говорит, ты одна из группы, которая будешь, одна из самых известных в данном направлении, хотя это не будет связано с медициной, ты не будешь работать никогда с детьми. Угу. У тебя будет очень интересная вещь. Я не знаю, откуда он это видел. Он говорит, у меня было огромное количество женщин, хотя Советский Союз тогда был, в принципе. Вот, и это все началось еще тогда, мне еще тогда было 18 лет. Потом как-то начало все пересекаться. Я тогда не... Я не думаю, что мне как-то это передалось по наследству. Я не помню и не знаю даже своих бабушек и дедушек настолько, чтобы там про бабушек, которые владели данным чем-то, потому что есть людям, которым передается что-то, видение. Я не помню, я не могу сказать, мне этот вопрос задается очень часто. Я считаю, что это пришло, потому что первое мое из направлений, это я как владелица Inti Boutique Flirt, все началось оттуда. То есть люди приходили за покупками, в короткий промежуток времени приобретая товар, я им рассказывала то, что давала рекомендации по отношениях между мужчинами и женщинами, как, что происходит. Они возвращались, говорили, я не знаю, откуда вы это все знаете. Потом, конечно, я пошла в психологию, сексологию, направление, и запустился процесс. Угу. Тобто вам ще треба було додати до своєї основної діяльності ще ось такі два пункти, так? Тобто отримати психологічні знання, так? І знання з сексології, аби далі розвиватися ще більше. Так, да, я считаю, что, ну, это не то, что я пошла туда почерпнуть свои знания, это просто, ну, мне хотелось развиваться, и я получила магистра психологии, европейского стандарта диплом, вот, пошла по направлению сексологии, и там произошли другие вещи. На тот момент я уже била, у меня первая методика, это была Intim Fitness, который вроде бы работа на интимные мышцы, вроде бы ни о чем, но с того пошли огромные результаты. И от этой работы я оттолкнулась, потому что то, что начинало там уже происходить, решались вопросы девушек не только по состоянию здоровья и своей сексуальности, решались вопросы от финансовой части до безумных предложений в жизни. И тогда на одном из мероприятий в сексологии я встретилась с очень известным психологом в Украине. Он мужчина, он старше намного меня, и он сказал, ты очень необычная, ты очень необычная, и то, что ты ведешь, о тебе говорят, это было давно еще, тогда у меня были только Team Fitness, и одна из женских моих практик энергетических, он говорит, ты нечто, у тебя такая безумная энергетика, ты выделяешься вообще в целом, и твой голос, вот на женских практиках метод, он воздействует через это, и вот это был один из... В основном это были мужчины. Это мужчины, которые являются моими клиентами или очень известными людьми-психологами, которые мне об этом говорили. И на основании от женской практики, что там происходит, это вообще отдельная история, вот, родилась ТЭТ, можно сказать так. То есть метод, который воздействует через тактильность, энергетически. Я в женских практиках делаю определенные вещи, транслирую, поднимаю все через голос. Вот, и определенным действием тогда я начала считывать людей. Нічого собі. Віра, а ви, коли так багато себе можете віддати, чи отримуєте ви щось для себе? Это еще один вопрос, который задают ежедневно, есть одни и те же вопросы. Как ты восстанавливаешься? Потому что график мой расписан, допустим, до карантина попасть ко мне на любые мои работы, индивидуальный формат, это, если сегодня позвонить, то я скажу, минимум 2 месяца. 3, все было забито. Но время нынешнее немножко изменило нас всех, и немножко график сдвинулся. Но этот вопрос задают все. То, что я делаю, и то, что происходит, результаты настолько быстрые, то, что мне клиенты озвучивают, пишут благодарности, приходят с охапками цветов. За свое время я получила, что только не получала, от конфетки до украшений дорогих. Это благодарности, как клиенты озвучили, это мизер, даже далеко не 10%, как говорят, да, десятину. Хотя это моя работа, я зарабатываю за это деньги, но та благодарность, если у меня клиенты приехали некоторые, которые когда-то пересекались у меня на женских практиках с Америки, вышли замуж, и сейчас они здесь, дабы
побути так, ще. Так, ось так. Тобто ви вирішуєте долі навіть людей, так, які не знали ще свій потенціал. Вони знаходять його, вони можуть його розвивати, можуть побачити себе з іншого боку і стати успішнішими, щасливішими, мабуть, і здоровішими, так? Да, это очень важно. Это настолько приятно, что вот этот обмен. То есть, когда я работаю, это обмен. Вы знаете, как, ну, как в интимных отношениях в сексе. Вот. То есть у людей происходит обмен. И тогда ты наполненная. Тогда это работает. Ось як. Віра, а ось на майбутнє, чи ви ще будете розробляти якісь методики? Мені просто цікаво, чи є у вас вже в голові думки, я так думаю, що не одну теорію виносите. Можливо, виношуєте щось і будете видавати? Да, возможно, да, вот Intim Fitness определенное направление на мышцы тазового дна. Женские энергетические практики, у меня их 8 работ, они не пересекаются, они самостоятельные работы. Они у меня рождаются просто. Я могу вот, вчера была на массаже, просто рассказываю, да, вот находясь на массаже, у меня родился стих, я его выставила, пока мы делали массаж, я его в Инстаграм выставила, этот стих. Оно как-то само рождается. И вот это через рождение, через определенный процесс что-то родиться, поэтому я думаю, что да. Потом пошли ТЕД, ну и все, що може бути. Вір, от ви знаєте, ви настільки неймовірна жінка, от не залишаєтесь непоміченою в будь-якому суспільстві, куди б ви не приходили, куди б ви не приїздили, вас помічають, про вас говорять, і як чоловіки, так і жінки звертають увагу на вас. Чи це вам заважає жити? Ні, чому мені це должно заважати жити? Вам подобається? Ну, я прекрасно понимаю, почему это происходит. Я замужем очень много уже лет. Вот, и это нормальный процесс. Было бы удивительно, если бы этого не происходило. Ось так. Віра, ну, наостанок хочеться почути від вас рекомендації для тих чоловіків і жінок, які зараз дивилися, слухали. І, можливо, хтось хоче теж бути схожим на Віру Кобець. Так, будь ласка. Схожий. Я думаю, що мені багато говорять, вас копіюють, вас... Мені дуже приємно. Значить, для кого-то я є та, на яку можна рівнятися, приближатися, вчитися. І моя рекомендація, щоб люди розвивались. Мужчина і жінка повинні розвиватися в відносинах, інакше буде стоп. Ось така була неймовірна Віра Кобець сьогодні в нашій студії. Ми чули все, про що ви говорили сьогодні. Ось та енергія, якою ви наповнені, ви її передаєте. Я думаю, вона перейшла зараз і відчули її ті глядачі, слухачі, які були поза екраном, але все це близько, все це відчувається. Я теж наповнилась енергією, я вам дуже за це дякую. Справді, від вас щось йде таке тепле, неймовірне. Дуже раді вас бачити, будемо раді, якщо ви ще до нас прийдете. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.